Всем привет! Коротко о новых Rebel. Это Rebel 2, дальнейшая разработка и проработка модели Rebel. Коротко об основных отличиях. Во-первых, спиннинги стали более легкими. Во-вторых, они стали гораздо более сбалансированными. В-третьих, по устрою исчезли, скажем так, у спиннингов мертвые зоны. Если первые Rebel грешили тем, что в какой-то момент бланк сгибался, потом вставал, вот здесь этого практически нет. Поэтому вываживание будет гораздо легче, сходов будет сильно меньше. Ну и глобальнейший сюрприз, у меня недаром в руках два спиннинга, Rebel будут в мультовом варианте. Вот для начинающих, те, которые хотят попробовать твичинг именно с мультипликатором, вот оно есть. Вернее, уже скоро будет. Далее. Немаловажный момент. Вся фурнитура осталась практически так же. Легкие косметические изменения рукоятки ни на чем не сказывается. На самом деле все сделано для удобства именно руковой проводки. Лучший баланс достигнут за счет лучших материалов и некоторое увеличение диаметра бланка. Лучшие материалы здесь уже идет уверенно 30 до 36 тонн. Графиты, которые позволяют сделать более легкий спиннинг, при этом сохранив его достаточную жесткость для того, чтобы можно было продергивать все приманки в диапазоне теста. Ну, собственно говоря, на этом, наверное, все. Вот это самое основное по Rebel. Глобальный обзор будем делать уже летом. До встречи на воде. Всего доброго.